Всем привет! Сегодня я буду готовить салат французский, очень вкусный и нежный. Для него мне понадобится майонез, яйца, твердый сыр, ветчина варено-копченая, пара яблок, одна луковица и свежая морковь. В первую очередь нарезаем лук полукольцами, тоненько. Лук мы заливаем кипятком, 1 стакан. Добавляем соль и сахар. И 1 столовую ложку уксуса. Обычный столовый, 9%. Немножко перемешаем. И оставляем мариноваться примерно минут на 20. Пока будем заниматься всеми остальными ингредиентами. Ветчину нам нужно нарезать тонкими полосочками или небольшим кубиком. С яблок нужно счистить кожуру. Берите сорт кисло-сладкий. Яблоко натираем на мелкой терке. Морковь также натираем на мелкой терке. Яйца натираем на крупной терке. Сыр натираем на мелкой терке. Теперь собираем салатик. Можно сделать красивую подложку, если хотите, конечно. Все ингредиенты мы делим пополам. Первым слоем у нас будет маринованный лук. Сверху колбаса. Ветчина, также половинку выкладываем. Делаем майонезную сеточку. Майонез по вкусу. Вторым слоем половина яиц. Дальше морковь, яблоки, майонезная сеточка. Ее вы, в принципе, можете делать по своему вкусу. И половина сыра. И все слои повторяем. Последним слоем у нас будет сыр, поэтому перед ним лучше всего сделать майонезика немножко побольше. Засыпаем. По желанию можете украсить, как хотите, как вам нравится, по своему вкусу. Вот такой замечательный салатик я сегодня приготовила. Попробуйте его обязательно, наверняка вы в него влюбитесь. Он очень вкусный, он и нежный, и свежий одновременно. Всем спасибо, приятного аппетита, пока-пока!